Всем привет! В этом видео я покажу, что можно сделать из зарядного от мобильного телефона. Для начала зарядное устройство нужно разобрать. Чтобы это было легче сделать, прогреваем его феном. Теперь с помощью ножа легко открываем крышку и вынимаем плату. Далее с платы нужно отпаять USB разъем. Теперь припаиваем провода, куда подается 220 вольт, а также провода вместо USB разъема. Далее я взял корпус от старого блока питания, но вместо него можно использовать любую коробку подходящих размеров. Припаиваем провода к вилке для подачи питания на плату. Закрепляем плату в корпусе при помощи термоклея. Еще для самоделки нам понадобится реле с катушкой на 5 вольт. Также крепим его на термоклей. Теперь берем вторую часть корпуса и сделаем в ней отверстие под USB разъем. Вставляем разъем и крепим его на термоклей. Еще нам понадобится аккумулятор 18650. Крепим его аналогичным способом. Для контроля заряда аккумулятора нужна плата TP4056. И последнее, что нужно закрепить, это повышающий преобразователь напряжения с 3 до 5 вольт. Теперь берем вторую часть корпуса и подключаем все по схеме, которая показана на экране. Укладываем провода и закрываем крышку. Вот самоделка и завершена. Теперь смотрите, как она работает. Включаем блок в розетку. Берем USB шнур и подключаем телефон. Видно, что идет зарядка телефона. Теперь представьте, что пропал свет. Как видите, зарядка продолжается. Когда пропадает свет, срабатывает реле и зарядка идет от аккумулятора. Как только свет появился, снова работает от сети. Кому самоделка понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.